Всем привет! Сегодня будет обзор на мой телефон. Он называется у меня иной 108R с вот такой вот камерой, вспышкой. Его вот так раскроем и посмотрим. Вот есть две сим-карты, две значка SMS, значки SMS на двух сим-карт. Вызовы, значки вызовов на двух сим-карт. Звук вибрация, значок, Bluetooth, флешка. Так, аккумулятор. Здесь вот время показывает. Сейчас, ребят, приостановлюсь и продолжим. Так, вот я продолжим. Давайте покажу, как он фотает. Вот видите? Давайте покажу, как он выглядит. Пожалуйста. Смотрите. Здесь вот есть вспышка, которая делает тоже фото. Давайте я вот вам... Так, здесь нет видео. Давайте покажу, как музыка играет. Прямо вот так сделаю потише. Вот, музыка играет. Все работает. Звонки принимают. Можно на одну сим-карту проверить. Добро пожаловать в НДС. Привет. Так, давайте попробуем на вторую сим-карту сделать. Привет, еще раз. Делает ее здесь D-запросы. Все работает. Так, вот. Ну, циферки работают. Так, первый MA 72795, второй MA 7303. Это мой телефон, который я его в январе покупал. Кнопки работают. Так, навигатор вверх, влево. Вниз, вправо работают. Вот так вот закрывается и открывается. Ну, это все на сегодня. Сделал себе такой обзор на свой телефон. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. Пишите также в комментариях.